Ульяновские куклы наконец встретят своих любимых зрителей. К свиданию с жителями и гостями города. Спустя почти полгода коронавирусной разлуки театр имени Валентины Леонтьевой основательно подготовился. В сентябре публике представят сразу три премьеры. Две из них – это спектакли для самых маленьких. «Золотая рыбка» по сказке Пушкина, а также история о любопытном слоненке по пьесе Галины Владычиной. Третья постановка «Медея» Александра Янушкевича. Это спектакль для взрослых, он будет идти на малой сцене, и это обращение к высокой трагедии, правда, в новом переводе. И это, я думаю, даст новое звучание этому вечному тексту. Изменился в новом сезоне театра кукол не только репертуар, но и сама организация представлений. В связи с обеспечением безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции количество зрителей на спектакле пришлось сократить в 5 раз. Обращаем ваше внимание на то, что в связи с соблюдением санитарных норм мы ограничили количество мест в зале. И сейчас в зрительном зале 34 места. Мы просим наших зрителей с пониманием отнестись ко всем требованиям Роспотребнадзора, которые мы соблюдаем, и обязательно приходить в театр в маске. Также на входе каждому зрителю мы измерим температуру. Более того, теперь все наши зрители будут располагаться на безопасном друг от друга расстоянии в перерывах между спектаклями и во время спектакля. Продажа билетов на сентябрьские спектакли уже стартовала. Их можно приобрести как в онлайн-кассе, так и в кассе театра.